премии Ленинского комсомола, композитор-аранжировщик, продюсер звукозаписи, исполнитель, художественный руководитель ансамбля казачьей песни «Добро» Сергей Алиманов. Рождество! Добрый день, дорогие друзья! В начале своего выступления я хочу поздравить вас с этим замечательным, самым светлым православным праздником Рождества Христова, с рождественскими святками. И хочется пожелать, не стесняйтесь творить добрые дела и дарите друг другу любовь. Начини свой список добрых дел, не жди за них награды. Начни свой список добрых дел, тебе же это надо. Душе измученной помочь, решить в рождественскую ночь и после строгого поста. Начни ты все с чистого листа. Жизнь коротка, жизнь хороша, но есть бессмертная душа. И наша жизнь, как ни пляши, есть испытание души. На море и на суше идет борьба за души. Добро и зло, как на войне, на чьей ты будешь стороне. Он приходил, Отец и Бог, для нас Он сделал все, что мог. Он принес смерть, а нас всех спас и миру дал последний шанс. Все люди на планете Его родные дети. Он любит всех, Он верит в нас. Начни свой список в добрый час. Он любит всех, Он верит в нас. Начни свой список в добрый час. Спасибо большое.